Александр, доброго дня. Как настроение? Великолепное настроение, отличная выставка, отличный город, отличные люди, отличные продукты, в том числе и наши, кстати. Да? Вот, об этом как раз хотел поговорить. Расскажите, какую компанию вы представляете и что вы сегодня принесли с собой? Крестьянское фермерское хозяйство «Калиты». Мы производим кондитерские изделия на основе натуральных продуктов. Знаете, когда говорят «хозяйство», я обычно представляю куры, свиньи, мясо, утки, козы, но вы представляете кондитерские изделия в своем фермерском хозяйстве. С другой стороны, пчелы, яблоки, отличные ягоды, но также небольшая фабрика, где работает уже достаточно много народу, где производятся отличные, вкуснейшие кондитерские изделия из натуральных продуктов. То есть натуральные продукты – это ваше основное преимущество? Да. И, собственно говоря, это не только наше преимущество конкурентное, это и наша философия. Да? Мне кажется, вот в современных условиях нашим людям нужно дать вот то самое, что, может быть, мы немножко утратили сегодня, да, вот близость к природе, к натуральным продуктам, высокое качество. На самом деле наши люди этого достойны. Может быть, они отвыкли, может, когда приучить к этому немножко, да? Мы стараемся это делать. Ну, и мы работаем в этом ключе. Какие задачи ставите перед собой для участия в Петерфуде? Ну, мы впервые вышли на петербургскую, вообще говоря, аудиторию, на петербургский рынок. И наша задача, скажем так, найти партнеров. Мы хотим продвинуть наши продукты на петербургском рынке. Ну, я надеюсь, что эти два дня пройдут для вас максимально успешно и эффективно. Благодарю. И я могу сказать, что некоторые результаты мы уже получили. Ну, эффективность выставки, я думаю, что можно будет все равно оценить не сразу, но если у вас уже есть некоторые положительные решения по этому поводу, то это приятно, это значит, что все мы работаем не зря. Да, ну и опыт, и приятное общение, и, надеюсь, хорошие, эффективные результаты с точки зрения экономики и продвижения нашей продукции на рынке. Давайте пожелаем друг другу хорошего бизнеса, пожмем руки и встретимся в Петерфуд 2020. Да, вот можно, да, попрощаться с нашими зрителями. До свидания.